всем привет, дорогие друзья! Днепропетровск, привет! Ребята, мы с вами сегодня находимся на пороге очередного грандиозного события. Второй четвертьфинал. Как ощущения? Отлично. Right. Немножко побаивайтесь. Отлично. Все отлично. Incredible. Еще понять, о чем эти ребята в спортивных костюмах говорят. Ну как вы? Ребята имели в виду, что все четко, все будет нормально. Наконец-то интеллект среди нас. Ребята, всем удачи. Зал ждет. Днепр, ждешь? Порвите всех. Вперед! Лига скрос, лига наций, лига грез, лига папарацци, лига президента, лига легалайз, еще и NBA и FBI, лига чемпиона и проигравший, лига где чужие и где те наши, лига знатоков, лига где все танцуют, лига апперкота, лига поцелуя. А я уже приехал. Ау! Это лига смеха. Лига смеха! Смех нам продлевает жизнь. Лига смеха! Лучшая на свете. Лига смеха! Добрый вечер, дорогие друзья! Привет, Днепропетровск! Мы рады приветствовать всех на втором четвертьфинале первого чемпионата Украины по юмору. Это Лига смеха в Днепре. Здрасте! Вот, это второй город после Одессы, в котором мы играем. Город Днепропетровск. А сейчас весь город Днепропетровск, вся Украина поаплодирует пятерке наших замечательных четвертьфиналистов. Итак, сегодня играет команда Сергея Сивоха, два капитана, 1955. Город Киев, замок Любарта, Луцк, тренер Юрий Горбунов. Занька, Запорожье, естественно, Елена Кравец. Одесский манш, Антон Лирник. Генералы РК, Кривой Рог, Потап. Здрасте. Ну вы уже приехали, землячок. Ну и тренер-сирота. Игорь Ласточкин. Ребят, ну действительно, у нас второй четвертьфинал. После первого четвертьфинала, кто не знает, наши уважаемые улыбающиеся жюри чуть не перегрызли друг другу глотки. Так они любят друг друга. Но не убили, и слава богу. Вы знаете, мы решили снять эту эмоциональную пену страсти и сняли ее. И сняли на камеру. Итак, внимание на экран. Судейство, не повезло, не объективно, да, но тут как в спорте. Причем в спорте высших достижений. Маленькая ошибка, ты улетаешь. Мы только начинаем к этому привыкать. Я только Лирнику кричал, что я его убью. Потап, который кричал, я тебе... Потому что его это дергает. И меня тоже дергает. Я волновался очень сильно. У меня сегодня не было команды, и я не переживала там, да, за своих. Мне кажется, ну вот, мне кажется, мне так тяжело, как сегодня. Не была я вообще ни на одной игре никогда. Я не знаю, что пошло не так. Может быть, Горбунову не надо было с микрофоном бегать по залу, а надо было слушать ответы. Остался без команд, буду теперь сидеть, наверное, и просто наслаждаться. Команда має номер. Команда готувалася до номера. Імпровізація, вона може бути випадково хорошою, випадково ні. Хоча, з іншого боку, у хорошої команди поганого батлу бути не може. Я так вважаю, тому що ну, професіоналізм не проп'єш. Это наше жюри, но это серьезные слова.
Что будет дальше? Даже боюсь представить. Знаю одно, что дальше наши команды будут шутить. У нас будет путешествие во времени. Это и будет главная тема нашей игры – путешествие во времени. Причем наши команды вместе с тренерами будут путешествовать из далекого прошлого в недалекое будущее. О настоящем тоже немножко поговорим. У каждой команды будет своя историческая эпоха. Ну все, как у нас с вами в стране. Мы тоже живем в нашей замечательной Украине. Вы знаете, мы гордимся прошлым. Правда? Переживаем о настоящем и верим в будущее нашей страны. Слава Украине! Ребята, всем удачи, идите, готовьтесь, ваши аплодисменты!